Не могу не коснуться главного события шоу-бизнеса Европы – Евровидения. Да. Ну, вы знаете, что победило певицу Кончита Вурст. Европе Кончита. Вот, и они еще нам говорят о нравственности, указывают, как жить нравственно. В то время как у них одно отношение к человеку. Если ты геем, относишься хорошо, ты хороший человек, плохо, плохой человек. Все, у них нет уже сегодня других критериев. Бедные чиновники, такие мужики из стран Балтии, вот те же латыши, эстонцы, они мужики настоящие, они вынуждены сегодня притворяться геями. А потому что иначе они не получат кредиты в Европе. Кредиты только через, значит, определенные... Нет! Нет! Через определенные финансовые схемы в Европе. Это Евродейский союз, как я говорю. И они нам указывают на то, что мы неправильно живем. Вы против геев. Мы против геев. Вы по магазинам нашим ходили? А шоу-бизнес наш видели? Если бы мы были против геев, у нас бы шоу-бизнеса не было. Мы с Газманом, я об этом уже не раз говорил, хотели организовать от имени шоу-бизнеса парад мужиков. Проехали. Это не значит, что Россия против геев. Ну как, вот я в магазин прихожу, там гей-продавец, я даже иду к нему, почему? А он заботливый. Ну мужчин, женщину создал Бог для продолжения рода. Ребят, ну значит, у вас расстройство гормональное, а вас надо заботиться. Причем тут парады? Я понимаю, в Европе была инквизиция. Там женщин уничтожили. Вы видели в результате этих женщин? Там причем каких уничтожили? Красивых. В России я это уже говорил. Ну, сожгли 7 женщин, они попам не давали. Но это частное явление было. А там уничтожили красоту. Если я когда смотрю на женщин европейских, я думаю, если бы я жил в Европе... Нет, все равно бы не стал. Нет. Нет. В Голландии разрешили недавно браки с самим собой. Как вам это нравится? Желающих мало, потому что характерами не сходятся. Чё, ха-ха, в Бельгии одна за пылесос замуж вышла, но теперь не знает, как развестись. Процедура не установлена развода с вещами. И они нам указывают, ну, вообще поразительно, бедная Украина попала. Они вынуждены сейчас гей-парадом готовиться, потому что они же в Европу собираются, без этого их не примут никак. Вообще, знаете, я остановлюсь еще на одной теме, на которую мало кто обращает внимание. Вот наши режиссеры везут в Европу фильмы, чтобы те фильмы получили, чтобы эти фильмы получили какие-то премии. Венеция, Канны, Берлин. И обязательно в этих фильмах затронута или эта тема, или как страшно жить в русской деревне. Я угораю. Выходит режиссер, на руках 150 тысяч долларов или 200 евро тысяч. Ферре, все. Снял фильм о том, как плохо жить в русской деревне. Как вам это нравится? Сидят европеды в зале и говорят, как точно русская деревня снята. Вы заднеприводные. Вы когда были в русской деревне? Русская деревня значительно нравственнее всей вашей Европы. Там дети наркотики не употребляют, там дети слушаются родителей. Конечно, это уродливое явление. Вот сейчас с Украиной, конечно, на Майдане будет парад гей. Это хорошее место для гей-парада. Вообще Украина войдет в историю как страна, народ, который решил, что не хочет больше жить плохо и стал жить еще хуже.